Туве открылась еще одна ледовая переправа через реку Енисей в Улухемском районе грузоподъемностью до 10 тонн. Всего на территории республики из 5 стоящих на учете ледовых переправ на данный момент допущены к эксплуатации 3. Кроме Елехемской ледовой переправы открыта Бельбейская грузоподъемностью 10 тонн и Усть-Буренская грузоподъемностью 5 тонн в Кахемском районе. По мере возрастания толщины ледяного покрова будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности данных переправ. Еще 2 запланированы к открытию до конца декабря. Это ледовые переправы Карахавская через реку Малый Енисей в Кызылском районе и Тоджинская через Большой Енисей в Тоджинском районе. Отмечается, что сроки открытия ледовых переправ могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий.